Снова здравствуйте, уважаемые зрители, это Любопытный Геймер. Я продолжаю играть в StarCraft 2 Heart of the Swarm. Вторая миссия нас ждет. Керриган только что продемонстрировала принцу Валериону, насколько может быть опасным попытка приручить или поэкспериментировать с зергами. Ну и погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты. Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мой корабль готов. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду. Что ж, Рейнар, похоже, хочет ее собственноручно утащить с этой исследовательской базы. Не пожалел бы он о своих действиях. Тревога. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответь. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Что ж, сейчас, похоже, придется спасаться. Не успели, совсем немного. Буквально несколько минут оставалось до отправления корабля, и напали войска Менгска на эту исследовательскую лабораторию. Разнесли все к чертям. А Керриган, конечно, из последних сил держится, чтобы снова не съехать с катушек. Собственно, только Рейнар ее каким-то образом удерживает от того, чтобы не начать
валить всех направо и налево. Ну, собственно говоря, частично этим сейчас и будем заниматься. Вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции. Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. Это Керриган. Снова в седле. Вперед! Снимай с предохранителя. Что? Поняла? Управлять можно только Керриган? Похоже, что да. Хорошо. Продвигаюсь к цели. Ну ладно. Только ей, так только ей. Марш-бросок. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. Не вопрос. Мы на одной волне. Противник справа. Мне не нужна армия. За дело. Кого задело? Так, небольшая заминочка. Хорошо. Понеслась дальше. Марш-бросок. Продвигаюсь к цели. Да не вопрос, ребят, поможем. Получай. Это можно. Это что такое? Иду. Поняла. Рейнер, Керриган, у этого терминала можно жизнь, значит. Медицинскую помощь. Ладно. И восстановить энергию. Да нет проблем. Удачи вам, а я постараюсь выбраться. Похоже, это больше штука, нет. Больше нас не полечит. Меньше тоже. Мы на одной волне. А. Эти морпехи будто нарочно сгрудились. Новая фишечка. Поняла. Готово. Интересные способности у нее. Чисто! Вперед! Куда вы бежите-то? Куда-то бегут. Мы, главное, туда, а все оттуда. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. На территорию. Мы на одной волне. Ничего, разберемся и с этими. Поняла. Куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Текс, текс, текс. А восстанавливается? Да, восстанавливается немножко. Медленно, конечно. Но тем Хорошо. Не менее... О, как его придавило-то. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. Транспорту вам нужно... Нужно будет, пробьемся. Сначала жизни восстановим, хотя... И так они полные. Мы на одной волне. Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу, но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. А почему их не контролировать-то? Одна. Они что, кусают? Керриган? С ума сойти. Поняла. Так, нет, надо. Во, восстановим жизни.
Куда? А жизнь-то установились, интересно. Керриган, мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняя всем жизнь. Сдавайся. Мне нравятся самонадеянные идиоты. С ними всегда так весело. Марш-бросок. Они хотят закрыть нас тут. Скорее, должны милая, доберемся. Мы должны добраться до той двери. Давай. Валим этих вурдалаков. Погнали. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Так, надо бы восстановиться. Ух ты! Марш-бросок. Вы тут все против всех. Хорошо. Старые добрые. Старые добрые времена. Ну, я немного посидел. Я про свою прическу. Без юмора не обошлось. Задело так задело. Задело. Грызутся? Мы на одной волне. Наши кусючие друзья. Ну хватит. Что ты, какой настырный? Прочесываю территорию. Не останавливайтесь. Они вот-вот запечатают. Ну уж вот-вот. 2,5 минуты. Прочесываю территорию. Дикий изверг. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Уже посмотрели. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Ой, как он булькнул. Не понял. Ага. Завал можно разобрать. Хорошо. Тут черти что творится. Почему черти что? Очень даже весело. Ну и что? Обнаружили? И как? Помогло? Мне не нужна. По-моему, не очень. Прочесываю территорию. Дьявол! Сколько же здесь зергов? Да, наверное, слегка перестаралась. Ну, может, и не слегка. Ох, времени. Хорошо. Ну-ка, бежим. А, ну почти. У меня целая минута на то, чтобы снести этот завал, и вот я уже здесь. Добрался. Марш-бросок. Бегом. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Ишь ты, тоже мне. Мы на одной... В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. О, тут немало их. Будет жарко. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Так. Что лучше-то? А давайте с зергами клетки откроем. Кто? Я? Теперь нам нужно расправиться с этими зергами. По крайней мере, шансы. Да с кем тут расправляться-то особо не с кем уже. Цель опознана. Готов. Есть. Мы на одной волне. Так, вот времени уже прям мало. Давай, Джимми, помогай, Джимми. Получай. Ты что, не видишь, как Керриган потрепали немножко? Хорошо. Поняла. Так.
не уйдет. Транспорт вот-вот уйдет. Без нас не улетит. Иду. Джин, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джин. Вперед. Так, и что же? Поняла. Мы на одной волне. Войска Доминиона прорвались. Без драки не обойдется, конечно же, да? Продвигаюсь к цели. И что? А, во! Летят. Не, это пока несерьезно. А, они будут бить по двигателям. Их надо защищать. Ух ты! Так просто не уйти. Перебью всех. А я помогу. Продвигаюсь к цели. О, еще новые. Хорошо. Летуны. Так, ух ты. Иду. Подкрался. Войска задела. Ух ты, бес. О. Помашите лаборатории ручкой. Выползли на поверхность. До космопорта мы будем как на ладони. Я вижу их. Готов. Главное поглядывать на карту. Цель опознана. Войска союзников атакованы. Так, ну хватит, хватит. Войска союзников. Прочесываю территорию. Марш-бросок. Марш-бросок. Вот он, волне. Еще один. Они у меня на прицеле. Давай, 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 давай. Минус один. Ну, вроде пока двигатели относительно целы. О, они обновляются. Поняла. Я вижу космопорт. Мы почти у цели. Почти. Мне нужна армия. Почти не считается. Ух, ни хрена себе. Да нет, кинетический удар я только что использовал. Ты, Керриган, не угадала. Ты обезвредишь его другой своей суперспособностью. А, во, все, прибыли. Красота. Разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Ну, давай. За ними, так за ними. Хорошо. Это я могу. Кто тут у нас? Ну. Не надо мне тут. Я вижу их. Перебью всех. И ведь перебьет, ребят, перебьет. Марш-бросок. Не думайте, что не перебьет. О! Лекарь. Ё-моё.
борт под контролем. Войска Доминиона вперед! Джим, Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу. Джим! Черт, Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись, а то я обломаю этой железяки крылья без тебя. Так, придется валить эту тварь. Хорошо. Вступаю в бой! Марш, бросок. Давай. Иду. Так, надо похавать. Не надо мне тут сбрасывать капсулы. Ну, где? Куда делся этот? Ух, ё-моё. Самое время использовать кинетический удар. Иду. Ой. Мы на одной волне. Давай. О, удрал опять. Надо. Лечимся. Ну и насколько вас хватит? Чуть я сдавайся. Своих ведь так вот завалит. Ой, блин. Поняла. Это было жестко. Хорошо. Есть. Почти. Марш, бросок. Вот и готов. В мясо. Джим, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнер, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм, понял. Джим... Доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Опа. Так-так. Джим Рейнер. Если бы ты помог мне разобраться с Тошем, все было бы по-другому. Но ты сделал неправильный выбор. Рассчитываешь получить повышение, куколка? И вот завершается вторая глава. Вторая часть прохождения. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. С вами был Любопытный Геймер. Пока.